Добрый день. Итак, у нас EVR. EVR у нас получается вход идеальней идеального. У нас еще есть что продать по данной акции. Мы выставляем заявочку, и вот почему-то заявочка не работает. То есть, когда у вас вход идеальней идеального, и вы еще не продались, и вы хотите взять это движение, почему-то в этот момент брокер или биржа или кто-то могут вас отключить от торгов. Это, конечно, редкость, но тем не менее, сами вы видите, заявка стоит, а сделки по ней нет. Итак, мы проверим, хватает ли нам акций. Акции 100 тысяч, по 4.06 мы ставим ниже рынка, но ничего не продается. И заявка вот сюда просто не выставляется. То есть, когда вход идеальный идеального, вас могут немножко откорректировать ваши друзья-брокеры.